Когда я ехал сюда, в этот зал, по дороге в машине, я поймал тебя на мысли о том, что все-таки как хорошо, что мы живем в Казахстане, и я еду выступать по теме командообразования, создания эффективной команды. Я подумал о том, что за последние 20-30 лет у нас в странах СНГ, если убрать Прибалтику, 12 стран, из 12 стран, только в 4 не было войны. Это Казахстан, это Узбекистан, Туркменистан и Беларусь. Вы знаете, это большое богатство, потому что у меня очень много друзей в Украине, очень много друзей в России, в Узбекистане, в Кыргызстане, ну, по всему СНГ. И, честно говоря, многим из них сейчас не до команд, не до командообразования, не до бизнеса, не до этих вещей. И мы действительно, я особо остро чувствую, что мы живем в хорошей стране, и у нас, слава Аллаху, хорошие проблемы. И сегодня мы как раз будем говорить об этом. В начале этого года я записал для своей образовательной платформы Margulan.info большой видеокурс. Называется он «Создание эффективной команды». Это большой курс, где-то 150-160 тысяч печатных знаков, ну, кто разбирается, ну, это где-то на 4,5 часа. Вы знаете, что вообще команда – это настолько важный инструмент в построении бизнеса, что мне даже трудно представить, как вообще возможно достигать успеха без команды. Как обычно вот в жизни происходит? Вот вы решили заниматься бизнесом. Сначала вы делаете все сами. Делаете, чувствуете, у вас не хватает чего-то, и вы начинаете работать над своей эффективностью. Это второй шаг. Вы начинаете работать над своей эффективностью. Работаете, потом в какой-то момент понимаете, что даже будучи эффективным, все равно вы что-то не успеваете. Поэтому вы начинаете себе брать помощников. Это третий шаг. Дальше работаете, помощники вам помогают, и вы понимаете, что вам нужны уже не просто помощники, а какие-то специализированные люди. И таким образом вы берете людей на работу уже, бухгалтеров, юристов и так далее, и вы таким образом берете коллектив. У вас появляется коллектив. После этого вы дальше работаете, и из этого коллектива выдергиваете самых увлеченных людей. Тех, которые работают больше, чем 8 часов. Те, которые вообще болеют за компанию. И таким образом у вас появляется команда. Сначала единомышленники, потом появляется команда. После этого вы работаете с командой, но эффективность команды оставляет желать лучшего. Вы начинаете работать над эффективностью команды. И вот когда вы достигли уже того, что у вас эффективная команда, у вас все круто развивается, после этого вы начинаете потихоньку уступать место молодым, отходить, и у вас появляются сначала младшие партнеры. Дальше вы им все больше функций отдаете, появляются старшие партнеры, потом вы сами становитесь младшим партнером, но в нескольких проектах, а потом вы становитесь инвестором, выходите на пенсию и вот так со сцены выступаете о том, как работать с командой. Это я вкратце рассказал, как происходит эволюция, но когда я приготовил вот этот курс у себя на платформе, я думал, так, важная тема, людям надо разбираться, что такое команда. Я понял, что многие люди путаются и не могут увидеть различие между командой и коллективом. И мы начали сталкиваться с тем, что многие люди, которые покупают курс, они думают, путают эти понятия и думают, что создание команды – это создание коллектива. Это две разные вещи. Коллектив – это все сотрудники компании, получающие зарплату за выполнение своих функциональных обязанностей. В коллектив входит даже сторож, там, водитель, дворник. Все входят в коллектив вашей компании. Это люди, которые получают зарплату за выполнение своих функциональных обязанностей. В коллектив входят все сотрудники компании. А что такое команда? Команда – это, как правило, небольшая группа увлеченных единомышленников. Это, как правило, 5-7 человек, которые выполняют не только функциональные обязанности,
но также делающие все для достижения гораздо больших целей. Для этого у команды есть свои причины. Для того, чтобы понять причины, почему они так делают, мы об этом поговорим чуть позже. Но вы должны для себя четко понять, что команда – это мультипликатор ваших усилий, это, знаете, как увеличительное стекло или рычаг, благодаря которому вы можете выполнять свою работу в 10 раз больше работы выполнять с приложением тех же самых усилий. То есть это мультипликатор ваших всех способностей, навыков, знаний и так далее. И здесь я хотел бы особо подчеркнуть, что, смотрите, очень важно, чтобы лидер команды был человеком эффективным и человеком, который может вдохновлять других людей. Дело в том, что если нет лидера, не будет и команды. Основа команды начинается с лидера. Лидер – это тот человек, который может видеть картинку будущего, ставить большие вдохновляющие цели и простыми словами объяснять людям, куда они идут, и объяснять, что они с этого получат. Это лидер – это не тот человек, который много работает, либо человек, который там круче всех. Нет, его задача – правильно организовать команду. Так вот, команда – это мультипликатор всех ваших навыков, знаний, усилий и так далее. То есть это очень круто иметь команду внутри коллектива. Это не так, что если есть команда, то нет коллектива. Это не так. Это не взаимоисключающая вещь. Есть коллектив, условно 500 человек, и есть команда 7-10 человек, которые, как правило, сидят на топ-менеджерских позициях. Но тут возникает вопрос. Команда – это все-таки очень круто и хорошо, но при одном условии – что команда эффективна. Потому что если команда неэффективна, то от нее толку нету. А как создать эффективную команду? Так вот, при создании эффективной команды самое главное – это правильный отбор людей в команду. Вот в этом курсе, о котором я вам говорил, я основной упор делаю на то, что и в своей жизни я основной упор делаю на то, что на отборе правильных людей. Дело в том, что в Kaizen технологии есть такое правило, что если вы, оно правило дословно звучит так, из некачественного сырья вы никогда не сделаете качественную продукцию. Или по-другому еще говорится, ошибка на входе обнуляет все ваши последующие усилия по развитию команды. Ошибка на входе обнуляет все ваши последующие усилия на развитие и обучение команды. Поэтому я основной упор всегда делаю на отборе. И по этой теме, вот я, как я говорил, записал большой видеокурс. Однако после создания этого видеокурса я такой довольный. О, есть, я написал хороший курс, будет хорошая помощь бизнесменам. Начал много общаться, и вдруг я выяснил интересную вещь. Интересную вещь. Оказывается, я создал курс про то, как создавать команду. А мне многие бизнесмены говорят, Маргулан Калеевич, а что теперь мне уволить тех, которые у меня есть? А как мне быть, если у меня уже есть команда? Как мне быть с ними? Что, уволить и заново собирать? Это невозможно. И тут я понял, что им надо как-то работать с теми, кто уже есть. И здесь у меня возник следующий вопрос. А как сделать так, чтобы создать или сделать эффективную команду из тех людей, которые у вас уже есть, а не набирать с рынка новых? И с этой мыслью я ходил какое-то время, размышлял. И вот однажды, читая новости, я наткнулся на короткое интервью героя Советского Союза Тульникова Андрея Пантелеевича. И вот я дословно сейчас привожу то, что в его, в этом, вот герой Советского Союза, дословно его интервью звучало так. «Как-то мне везло, что с фронта я вернулся живым, а мог 1000 раз погибнуть, и даже не в бою. Приведу вам небольшой рассказ вот этого человека. На войне вообще ведь как, пишет он,
либо ты убьешь, либо тебя убьют. Страшно ли мне было? Конечно. Еще как. Но что делать? Разве у нас был выбор? К примеру, приказ командира взять вон тот дом. Ну, мы пошли, все взяли, из десятка товарищей полегло, погибли. Их даже хоронить не было возможности. Ну, порой мы просто даже, говорит, не хоронили. Единственное, на что можно было надеяться, так это только на своих товарищей. Мы их не выбирали. Они были разные. Со всех уголков Советского Союза. Волею судьбы оказавшиеся в одном окопе. Мы становились товарищами, потому что был это единственный способ хоть как-то остаться в живых. И это короткое интервью зацепило меня так, я получил, как модно сейчас говорить, такой внутренний инсайт. И у меня вот в голове начало вертеться ключевые слова. Смотрите, что в интервью было сказано. Либо ты убьешь, либо тебя. То есть жестко. Мотивация жесткая. Либо ты, либо тебя. На кону жизнь. Разве у нас был выбор? То есть у людей нет выбора. Можно было надеяться только на своих товарищей. Еще одна фраза. Мы товарищи не выбирали. Это к тому, что, заметьте, мы сейчас в команду людей можем отбирать с рынка, а у них не было такой роскоши. Далее он пишет, мы все были разные. Мы становились такими, потому что это был единственный способ остаться в живых. И вот эти все ключевые фразы у меня в голове сплелись. Далее он рассказывает об одном эпизоде, когда они в декабре 1943 года совершали разведывательную вылазку по тылам противника и наткнулись на крупную танковую колонну. Для того, чтобы срочно передать эти сведения своим, они отправили связистку Лиду в партизанский отряд. Ну, партизанский отряд, наверное, многие знают. Это те люди, которые, ну, как отряды самообороны, в лесах жили и сопротивлялись там, подрывали железные дороги, автомобильные дороги и так далее. Так вот, они отправили связистку Лиду в партизанский отряд. Лида по дороге попала под минометный обстрел и была тяжело ранена, но смогла доползти до партизан и передать ценные сведения нашим войскам. Вот героическая женщина Лида. Часть разведгруппы вместе с Андреем Пантелеевичем, вот главным героем, напала на немецкий штаб. Но немцы оказались сильнее их, они захватили их в плен и, как обычно, хотели их повесить, повесили таблички, русские бандиты, хотели повесить их на виселице. И когда они собирались их повесить, немецкий офицер, который руководил вот этим повешением, говорит, вдруг упал замертво. А это, оказывается, вторая часть группы, которая осталась в лесу, пришла им на помощь и освободила их из немецкого плена. Причем основную роль в этом сыграл якут по имени Афанасий. Он, оказывается, увидел немецкого снайпера, убил, захватил его снайперскую винтовку и метким выстрелом убил немецкого офицера, который руководил казнью. Благодаря этой винтовке он убил немецкого офицера. Короче, весь рассказ был, это описание четкой и слаженной работы всей команды. Вот когда ты читаешь просто как рассказ его, то это выглядит такое, как воспоминание фронтовика. Но поскольку я искал то, что мне нужно, я в этом рассказе увидел работу, слаженную работу всей команды. Каждый человек в команде четко понимал общую цель, свою роль в этом, и свою ответственность и общую ответственность, и делал все от него зависящее, чтобы вся команда достигла целей. Когда я прочитал эту историю, я задумался о том, как и что нужно сделать для того, чтобы сделать команду эффективной с теми людьми, которые уже есть. Так родилась тема моего сегодняшнего выступления. Как сделать эффективной команду с теми людьми, которые уже у вас есть.
Главная мысль, вы, наверное, заметили, что в этой истории про фронтовика я понял одно, что роскошь отбирать людей с рынка у людей не существовало, но при этом командиры, эффективные командиры, все равно были эффективны и достигали своих результатов. Вот это было для меня такое открытие. Давайте для начала начнем с определения, что же такое команда. Многие люди не до конца понимают значение этого слова и называют командой что угодно, что попало. Но, как я уже говорил, есть коллектив, есть рабочая группа. Рабочая группа – это группа специалистов, созданная для решения какой-то конкретной производственной проблемы на определенный промежуток времени. И есть команда. Но у команды есть четкие черты и характеристики. Например, 11 вратарей никогда не будут командой. Так же, как и 11 нападающих не будет командой. Также, если вы в работу возьмете 11 финансистов или там 8 юристов, или возьмете 10 родственников, это тоже не будет командой. То есть у команды есть четкие свои характеристики. Поэтому команда – это всегда про единство и разнообразие в одном флаконе. Вот это очень важно понимать. Команда – это небольшая группа людей, объединенная единым лидером. Вот роль лидера – это целое отдельное выступление. Это не тема сегодняшнего выступления, но просто вскользь скажу, что лидер – это ключевое, что есть в команде. Обязательно, потому что нету лидера – не будет команды. Это просто аксиома. Не бывает команды без лидера. Лидер – это ключевое. Единые ценности и единой целью. Команда, она объединена тремя вещами. Единый лидер, единые цели, единые ценности. Дальше. Движимая. Чем движется команда? Команда движется общей мотивацией и общей ответственностью. Дальше. Из кого состоит команда? Команда состоит из людей с разными компетенциями и разными ролями. Вот это очень важно. С разными компетенциями и разными ролями. Поэтому 11 юристов никогда не будет командой. Так же, как 11 финансистов или 10 ваших родственников. «Делай, что можешь с тем, что имеешь, там, где ты есть», сказал когда-то Теодор Рузвельт. Мы много говорили сегодня про команду, но я еще раз хочу подчеркнуть, что команда – это как рычаг, как увеличительное стекло, которое в разы увеличивает вашу эффективность и позволяет вам достигать больших результатов с теми же самыми усилиями. Не имея команду, вы не сможете достичь значительных результатов. Ну вот я рычаг нарисовал, как смог. Говорит о важности и нужности команды, наверное, не стоит, потому что это целая отдельная тоже тема для разговора. Но после изучения истории фронтовиков, первая мысль, на которую я себя поймал, это то, что нужно концентрироваться на тех людях, которые у вас уже есть. Потому что рынок сам по себе не резиновый, вы не можете все время бегать по рынку и хантить себе новых людей. Более того, эффективные люди на рынке не валяются. Эффективные люди, они, как правило, уже пристроены, они, как правило, уже где-то работают. Поэтому бегать по рынку и перекупать людей – это не самые лучшие способы, я бы так сказал. Поэтому я сейчас в этой презентации больше сконцентрируюсь на том, как это делать, чтобы работать с теми людьми, как делать эффективными тех людей, которые у вас уже есть. Конечно, насчет отбора хороших людей в команду – это актуально, если вы будете добирать в свою команду новых людей. Если вы будете добирать. Это актуально. В любом случае это правило работает. Но это оказалось более второстепенным по сравнению с тем, о чем мы сегодня будем говорить. Так вот, умение создавать эффективные команды из тех людей, которые у вас уже есть, это, наверное, самый эффективный и самое главное, самый практичный способ достижения результатов. Целое больше, чем сумма его частей. В 2008 году
группа исследователей из различных университетов попыталась найти ответ на вопрос, как общий уровень IQ команды зависит от уровня IQ каждого ее члена. Вы знаете, IQ — это интеллектуальный коэффициент, то есть уровень интеллекта команды. Раньше мы все считали, что команда — это сумма IQ членов команды. Но оказалось, что это совсем не так. И вот группа исследователей это хотела и доказать. Они провели исследование, провели 699 человек изучили, и аналитики пришли к выводу, что эффективные команды от неэффективных отличало то, как члены эффективных команд относились друг к другу. То есть отношения внутри команды гораздо важнее того, из кого состоит команда. Вот интересный момент. То есть вы можете в одну команду собрать 10 крутых, умных людей. Если там неправильно выстроены отношения, то эта команда будет слабее 10 людей, которые с меньшим интеллектом, но которые выстроили правильные отношения между собой. То есть правильные отношения в команде гораздо важнее того, кто является членом вашей команды. Иными словами, общий уровень IQ команды зависел не от IQ каждого человека, а от наличия групповых норм, которые бы помогали людям работать вместе. То есть IQ команды — это не сумма IQ членов команды, а результат их взаимодействия. Вот это было такое прорывной вывод в этом исследовании. В начале 2010-х годов корпорация Google начала вести различные исследования, целью которых было выяснить, как сформировать идеальную IT-команду. Google потратил миллионы долларов на эти исследования. Они отслеживали все аспекты работы своих сотрудников, от того, какими чертами они обладают, какими чертами обладают лучшие менеджеры, какими чертами обладают различные команды, даже до того, с кем они предпочитают обедать. Ну, денег много у Гугла, они изучали просто все, что возможно. Так вот, еще древнегреческий философ Аристотель, учитель и воспитатель великого полководца Александра Македонского, подметил важность команды. И поэтому компания Google именно так назвала свой грандиозный проект по изучению эффективности команды проект Аристотель. Проект Аристотель. В 2012 году Google запустила проект Аристотель, в ходе которого исследователи изучали особенности взаимодействия членов команды, независимо это эффективная команда или неэффективная команда. Аналитики пытались выявить причины, по которым одни команды добиваются успеха, а другие команды не добиваются. В феврале 2016 года Google опубликовал в New York Times Magazine статью, в которой рассказывается о результатах вот этого ставшего уже известным исследования, проект Аристотель, который начался в 2012 году. Отправной точкой исследований стало распространенное предположение, что успех команды напрямую зависит от состава ее участников, то есть комбинации их типов личности, их знаний, их навыков, опыта и всего того, что они могут привнести в работу команды. То есть отправной точкой было то, что исследователи все считали, что состав команды – это ключевое. Состав команды, компетенции, роли в команде – это ключевое. Но выяснилось, что потенциал команды – это не сумма способностей ее членов. Полученные результаты привели ученых к выводу о том, что состав команды менее важен, чем принятый в ней способ взаимодействия. То есть исследование Google подтверждает исследование предыдущих исследователей. Это из большого вывода. Однако они отметили, что ключевым фактором успешности команды можно считать сложившиеся в ней нормы взаимоотношений. Другими словами, уважительное отношение членов команды друг к другу
способствует повышению ее коллективного интеллекта так же, как негативные эмоции способствуют разрушению даже команды блестящих специалистов. То есть они вывели две вещи, что хорошие позитивные отношения способствуют увеличению IQ команды, а негативные, они разрушают даже хорошую команду специалистов. Ученые назвали выявленный фактор психологической защищенностью. В практическом смысле это означает, что все члены коллектива имеют равные возможности выражать свои мысли и идеи, не боясь при этом быть осмеянными, а также способны интуитивно чувствовать и распознавать на основе невербальных сигналов эмоции своих коллег и относиться к ним уважительно. Давайте теперь по пунктам пройдемся по результатам исследования. Что же они выявили в процессе этого грандиозного, многолетнего, многомиллионного исследовательского проекта? Итак, первый фактор – это психологическая безопасность. Психологическая безопасность – это важный фактор, который подчеркивает наличие в команде таких взаимоотношений, при котором человек не боится своих коллег, своего начальства, может высказывать свою точку зрения, свое мнение. Он не стесняется и не боится оставаться таким, как он есть, и не знает, что со стороны коллег не последует необоснованная критика. Его не объявят невежественным, некомпетентным, неумным, неспособным и так далее. Ему не пришьют ярлыков, его примут таким, какой он есть. Они уверены, что команда им всегда поможет, и никто из членов команды не будет смущать и наказывать других за то, что они признают свою ошибку. Или за то, что зададут глупый вопрос. Вот что такое психологическая безопасность. Первый фактор эффективности любой команды. Вот можете себе прямо сделать заметки. Вот я хотел бы, чтобы все знания, которые вы от меня получаете, чтобы сразу начали применять. Когда вернетесь к себе на работу, независимо от размера своей команды, 3 человека, 5 человек, 10 человек, проверьте, насколько у вас психологическая безопасность есть в вашей команде. Я выступил первым, говорит Мэтт Сакагучи, бывший специалист и продавец электроники, теперь работавший в Google. Я рассказал подчиненным, что в течение долгого времени борюсь с раком. У меня 4-я стадия этого заболевания. В 2001 году врач обнаружил опухоль в моей почке. И к тому времени, как был диагностирован рак, он успел распространиться на всю спину. Во время работы в Google я прошел курс лечения, но недавно врачи обнаружили, что заболевание гораздо более серьезное, чем оказалось изначально. Никто из сотрудников не знал, что сказать. Все они работали с Мэттом в течение 10 месяцев и искренне любили его, так же, как они любили друг друга. Но никто не подозревал, что имеет дело с подобной ситуацией своего коллеги. После этого каждый сотрудник поделился своей историей, и мы почувствовали, что отныне мы одно целое. Как вы видите, психологическая безопасность и эмоциональные отношения – это основа сплочения команды. Поэтому не бойтесь делиться со своими сотрудниками. Опыт проекта «Аристотель» показал, что сотрудники не хотят, приходя на работу, оставлять все свои личные переживания за порогом. Никто не хочет оставлять часть своей личности дома. Мы должны чувствовать себя свободно, чтобы делиться вещами, которые нас волнуют, не опасаясь упреков либо холодного отношения. Вот это очень важная часть исследования. Люди, приходя на работу, хотят оставаться теми же самыми, а не играть те роли, которые им навязали на работе. Урок второй. Надежность. В надежных командах члены команды выполняют работу качественно и в срок.
В отличие от противоположной ситуации, когда люди уклоняются от своих обязанностей. Это определяется взаимосвязью и взаимными обязательствами членов команды друг к другу. Они на 100% уверены, что могут друг на друга положиться. Надежность является основой негласных обязательств членов команды друг перед другом. И когда я размышлял над этим, я подумал, а в чем ценность надежности? Так вот, вы знаете, ценность надежности в том, что она порождает доверие. Только когда вы знаете, что твой коллега тебя не подведет, выполнит работу качественно и в срок, это порождает доверие. Поэтому ценность надежности в том, что она порождает доверие. Поэтому, возвращаясь к вашей личной ситуации, будьте надежными, делайте все качественно и в срок. И этим самым вы заслужите доверие, доверие своих коллег и членов коллектива. Третий фактор – это структура и четкость. Члены команды имеют четко установленные цели, четкое понимание того, что они должны добиться, планы, расписанные шаги, необходимые для достижения цели и привязанные к срокам и ответственным. Функции – это перечень функциональных обязанностей, которые они выполняют ежедневно. Задачи, что конкретно они должны сделать, зону ответственности, правила игры, роль в команде. То есть помимо психологической безопасности и надежности, никто не отменял структуру и четкость. Хорошо, потому что психологическая безопасность и надежность, хорошо, человек хочет уже что-то делать, хочет быть эффективным, но они будут только друг об друга стукаться из-за несогласованных действий. И именно структура и четкость делает из просто группы людей машину. Машину, которая становится эффективной. Кстати, многим, наверное, показалось, что структура, надежность – это что-то бюрократическая, сложная вещь и так далее. Вы знаете, это самая простая вещь, которую можно сделать. Это самая простая вещь, которую можно сделать. То есть не парьтесь по поводу, что вот планы, цели, функциональные обязанности – это что-то сложное. Нет. Вы честно расскажите членам своей команды, ребята, нам нужно вот это сделать, иначе мы будем неэффективными. И если ваши члены команды сопереживают делу и вовлечены, они сами напишут и функционал, и сами там планы, цели, вы все правильно выстроите. Именно структура и четкость позволяет людям в команде не распылять свою энергию зря. Четвертый фактор эффективности команды, чтобы вы не боялись, их всего пять. Четвертый фактор эффективности команды – это наличие смысла или осмысленность. Это когда каждый член команды знает ответы на вопрос, почему он здесь работает. И это, кстати, одна из главных задач лидера команды – все время объяснять каждому члену команды, почему он здесь находится. Когда для работы, работа для него имеет огромное персональное значение, а понимание своей ценности и смысла деятельности питает человека энергией, позволяя выкладываться на полную мощность. Я бы назвал этот фактор увлеченностью. Потому что именно вовлеченность человека в дело заставляет его распаковывать его таланты. Именно вовлеченность человека позволяет распаковывать его таланты. Сила команды – это потенциал каждого участника, умноженный на его вовлеченность. Потому что, смотрите, если у члена команды высокий потенциал, но низкая вовлеченность, то от его потенциала пользы ноль. А если вы возьмете простого человека, но его вовлекете, то, поверьте мне, этот человек будет развиваться и никогда не остановится. Сегодня он, может быть, у него низкий потенциал, но за счет вовлеченности мы люди, мы эволюционируем, мы растем. Он найдет книжки, он найдет YouTube-каналы, как развиваться, как найти, как решить проблему. И увидите, этот человек преобразится. Поэтому вовлеченность – это номер один по важности по сравнению с потенциалом. Мы, люди, делаем ошибочно, не тех зайцев гоняем, грубо говоря. Мы ищем людей с высоким потенциалом. А надо основной упор и внимание сделать на тех людях, которые уже есть,
но внимание направить на вовлечение их, на увлечение, вовлечение. Недаром в кайдзен технологии опытные эксперты никогда не говорят «внедрять кайдзен». Они говорят «вовлекать в кайдзен». Внедрять кайдзен невозможно. В кайдзен можно только вовлекать. И пятый фактор – это видимый вклад в общее дело. Каждый человек, каждый член команды должен видеть свой вклад в общее дело. Если он не видит свой вклад, то он теряет мотивацию. Мы люди такие существа, нам обязательно нужно видеть процесс и результат этого процесса. Если мы видим только процесс, но нет результата, то это для нас воспринимается как бессмысленная работа. А если мы видим результат, но нет процесса, то это беда детей богатых родителей. У детей богатых родителей есть все. Есть результат. Деньги, машина, дом и так далее. Но нету процесса. Они не видели, как этого достигать. Соответственно, они не ценят результат, а родители злятся, что вы не цените, неблагодарны и так далее, и так далее. И у детей нет желания развиваться, потому что нету процесса. Поэтому для любого человека важно наличие процесса и результата. И самое главное, чтобы человек видел прогресс в движении, как вся команда приближается к цели. Если человек дать просто работу и не показывать его результата труда, то он очень быстро разочаруется. Если же дать человеку результат и процесс, он тоже быстро разочаруется и не будет ценить результат. Про детей богатых родителей я уже сказал. Это вообще целая большая тема о том, как воспитывать детей. И вы знаете, парадоксально. Хорошая новость для бедных, плохая новость для богатых. Дети, которые живут в бедных семьях, они сильнее стремятся к успеху. Дети богатых родителей никуда не стремятся, к сожалению. И это, наверное, заложенный Всевышним закон, чтобы богатство не оставалось поколениями. Каждый раз ты должен доказывать свое право на богатство. Поэтому в обществе богатство как меняется? Вот богатый человек, потом его дети профукивают эти деньги, становятся бедными, потом их дети становятся бедными, и потом они заново начинают круг, и вот так круговорот богатства в обществе, можно сказать. Итак, мы рассмотрели 5 основных факторов эффективности команд, выявленных на основе многолетнего, многомиллионного исследования, проведенного компанией Google в рамках проекта «Аристотель». У меня нет оснований не доверять этому исследованию, тем более мой обширный опыт и фронтовые истории подтверждают выводы этого исследования. Что я могу добавить к этому еще от себя? Того, чего нету в интернете. Я хотел бы добавить кое-что. Как говорил небезызвестный Стив Джобс, когда он презентовал свои продукты, one more thing. Итак, что важно, что осталось за рамками исследования, либо воспринималось исследователями как само собой разумеющееся. Так вот, для того, чтобы команда была эффективной, чтобы вам облегчить, вы должны помнить о 3 видах требований. Первое – требования сотрудников к команде. Второе – требования команды к сотрудникам. И третье – требования к составу команды. Какие есть требования сотрудников к команде, чтобы они работали эффективно? Единый авторитетный лидер. Ну, в исследовании Google это не говорилось, потому что подразумевалось. Единый авторитетный лидер. Помните, что эффективная команда бывает только у эффективного и авторитетного командира. Потому что на войне тоже были разные команды, но если командир неэффективен и неавторитетен, команда не складывается никак. От слова совсем. Второе. Фокус на общей значимой цели. Помните слова фронтовика? Либо ты убьешь, либо тебя. Разве у нас был выбор? А если вспомнить историю еще древнее, когда сжигали мосты для того, чтобы у войск не было шансов отступать назад. Третье – это психологическая безопасность. Можно было надеяться только на своих товарищей.
Это я привожу выдержки из рассказа. Структура и четкость. Каждый четко понимал общую цель, свою роль и ответственность. Наличие смысла и осмысленной деятельности. Это был единственный способ остаться в живых. Видимость вклада в общее дело. Каждый знал, что ему делать, и видел результаты своего действия. Я как раз здесь делаю перекличку исследования Google, мой опыт и фронтовой. И вот, чтобы вы видели. А теперь, каковы требования команды к своим членам? Первое – надежность. Они на 100% были уверены, что могут положиться друг на друга. Вовлеченность. Это был единственный способ остаться в живых. Нужно четко помнить о всех этих требованиях. Третье. Распределение ролей. Каждый знал, что делать. Например, связистка Лида четко знала, что ей делать. Инициатива и самоорганизация. Никто ими не руководил. Когда они пришли спасать своего командира и своих товарищей, помните Якута Афанасия? Им никто не руководил. Он сам убил снайпера, вытащил снайперскую винтовку. Они вместе пошли спасать. Он застрелил немецкого офицера и так далее. Командная общая ответственность. Мы становились такими, потому что был единственный способ остаться в живых. Теперь, какие требования есть к составу команды, к составу эффективной команды? Первое – это разные компетенции членов команды. Помните, в рассказе говорится, мы товарищей не выбирали, мы все были разные. Разные роли. Каждый в команде знал свою роль. И еще, то, что, наверное, упускает большинство предпринимателей, но имеет принципиальное значение для эффективности команды. Если вы были внимательны, то в исследовании Google говорится… Уважительное отношение членов команды друг к другу способствует повышению ее коллективного интеллекта, так же, как негативные эмоции, разрушению команды даже самых блестящих специалистов. Обратите внимание на вторую часть этой фразы, а именно негативные эмоции, разрушению команды даже самых блестящих специалистов. Здесь я хочу заострить ваше внимание особо, потому что в исследовании Google об этом не заостряют внимание. Для того, чтобы повысить эффективность своей команды, многие люди ищут новых эффективных людей с рынка. На самом деле было бы гораздо эффективнее убрать с команды негативного человека. Это вы знаете, как представьте себе бочку меда. Да? Вот есть русская народная пословица, одна бочка меда, одна ложка дегтя портит целую бочку меда. Казахтарда айтады ғой, бір бұрқымалақ бір не балды бұзады дегендей. Сол сияқты бір шара айранды ма, в общем, бочка меда и ложка дегтя. Вот у вас есть бочка меда, ложка дегтя, и вы, чтобы разбавить это, покупаете вторую бочку меда, наливаете туда. Что в результате вы имеете? В результате вы имеете две бочки испорченного меда. Две бочки испорченного меда. Хотя эффективнее было взять черпак и вырезать этот деготь и выкинуть. В результате у вас была бы, конечно, не полная бочка, но чистого меда. Так вот, большинство бизнесменов... Спасибо. Большинство бизнесменов боятся так делать, потому что боятся, что остальная часть команды будет перегружена. И вот здесь я хотел бы еще одну вещь сказать. Никогда не бойтесь перегрузить команду. Команда – это как истребитель. Она любит скорость и она любит нагрузку. Заметьте, нагрузка и скорость только сплачивает и усиливает команду. В то время как маленькие цели и маленькие нагрузки разрушают команду. Маленькие цели и маленькая скорость разрушают команду. Это четко зарубить себе на носу. Поэтому, если у вас есть команда, ставьте большие цели. Грузите их по полной программе.
чем больше и круче вызов вы даете команде, тем больше в ней включается внутренний ресурс. Поэтому команде очень важно все время отсекать негативщиков и все время ставить грандиозные цели и плюс набирать как третий шаг с рынка лучших. Если хотите, чтобы команда все время оставалась в тонусе, грузите ее нещадно. Ставьте перед ней грандиозные невыполнимые цели. Тогда команда будет как один кулак. И еще one more thing. Еще один момент, о котором я хотел бы поговорить, это вопрос вовлеченности. Дело в том, что эффективность команды – это потенциал, помноженный на вовлеченность. При этом вовлеченность, как показывает исследование Google, играет самый главный фактор. И здесь последовательность такая. Вы должны четко понимать, когда вы создаете команду, основной акцент делаете на отборе правильных людей, а когда уже у вас есть команда, основной акцент всегда делаете на вовлеченности. Это я второй раз подчеркиваю. Дальше. Следующий фактор. Это периметр команды. Я хотел бы поговорить о периметре команды или кто входит в команду. Многие совершают на этом большую ошибку. Многие думают, что в команду входят те люди, которые в команде вот входят. На самом деле не так. В команду входят все люди, которых члены вашей команды ценят и которые влияют на его решение. Поэтому, как правило, если в вашей команде 7 человек, то считайте, что в вашей команде 14 человек. Потому что его жена и ее муж влияют на нее. Как это сказывается на работе команды? Это сказывается, когда вы поощряете кого-то. Например, когда вы поощряете кого-то каким-то ценным подарком, если это мужчина, член команды, не вздумайте ему дарить спиннинг и резиновую лодку. Ну, логично же, мужик, член команды, хорошо проявил себя, надо им подарить спиннинг и резиновую лодку. Он понесет этот подарок домой, и жена ему вырежет весь мозг. Она скажет, что? Мало ты в командировках пропадаешь, еще не хватало, чтобы ты еще на рыбалку ездил. Это что за компания, в которой ты работаешь? Займись, наконец, нормальной работой. Устройся в нормальный банк куда-нибудь или еще куда-нибудь. Поэтому, когда вы поощряете сотрудника мужчину, лучше всего подарить им отпуск с семьей в Турции, на Мальдивах, в Алакуле, в зависимости от размера вознаграждения. Но именно отпуск с семьей. Что тогда произойдет? Тогда мужчина придет гордо на стол, чпах, билеты. Жена скажет, вау! Дети скажут, ах, какой наш папа молодец. А жена скажет, какая крутая компания, в которой ты работаешь, а? А мужику то и надо, он возгордится. Он скажет, да, я такой, я еще не такое принесу. Увидите, и все, вы достигли своих целей. А если это женщина? Если женщина член команды, не вздумайте ей дарить ювелирку. Иначе вы против нее настроите жен всех остальных членов команды, потому что жены других членов команды скажут, а с чего это вы вдруг ей ювелирку дарите там? А если вы ей подарите, условно, обучение ее ребенка в школе, ну, заплатите за годовое обучение, либо подарите что-нибудь то, что нужно в быту, там, автоматическую супер-пупер стиральную машину вместе с кофеваркой и комбайном кухонным и так далее. Это женщины более практичные. Для них, если им подарят практичные вещи, если заботиться о их ребенке, то больше ничего не надо. Я считаю, особенно есть такое правило, хочешь понравиться женщине, удели внимание ее ребенку. Так вот, нюансы эти нужны, почему нужно знать периметр своей команды, чтобы принимать правильные решения в отношении поощрения и наказаний в том числе.
Поэтому всегда, когда хотите поощрить либо наказать члена своей команды, обязательно помните о том, как это решение воспримут те члены команды, которые невидимы, которые сидят дома, а не в офисе. И это очень важная часть. Дело в том, что у меня в жизни, мне везло, у меня в жизни было много очень эффективных команд. И очень были крутые менеджеры. Я заметил, в двух случаях у меня было два очень крутых менеджера. И когда они оба выросли по деньгам, уже хорошо стояли, они оба развелись со своими старыми женами. И у них были вот такие жены, реально. И они развелись и женились на более молодых и более вот таких. И я отсюда вывел себе правило. Когда хороший мужчина женится на плохой женщине, неизменной остается только женщина. Мужчина портится моментально. У него начинает голова гнить, он уже начинает говорить, заботиться о деньгах, о бонусе, начинает подворовывать и так далее. Кстати, вот этих два менеджера крутых, о которых я говорил, они оба сейчас сидят в тюрьме. Не из-за меня, а они от меня ушли, потом работали в других компаниях. Короче, наворовались и оба сидят в тюрьме. И это, я считаю, произошло именно из-за этого. Из-за того, что они изменились в худшую сторону. Поэтому, когда работаете с поощрениями, наказаниями, со стимулами своей команды, всегда помните про периметр команды. Итак, резюмируя сегодняшнее выступление, я сегодня привел вам опыт фронтовой, привел исследование Google, привел свой опыт. Еще раз хочу подчеркнуть, важно, лидер в команде – это критически важная вещь. Второе, то, что, о чем я сегодня говорил, особенно касательно психологической безопасности, надежности и так далее. Вовлеченность очень важна. И третье, всегда помните о периметре команды. Всегда помните, что команда – это не только те люди, которых вы видите. Это еще те люди, которые за ними стоят, которые сидят дома. И еще раз хочу подчеркнуть, что без команды вы никогда не добьетесь в этой жизни значительного успеха. Команда – это единственный способ достичь значительного успеха, будь то в мирное время и будь то на войне. Не дай Аллах нам дойти до этого. И я считаю, через это нам придется пройти всем. Учитесь строить команду, учитесь делать эффективную команду с теми людьми, которые у вас уже есть. Спасибо. Спасибо. Не уходим. Друзья, Маргулайн Сынсымбаев, под ваши бурные аплодисменты. Лично для меня каждый раз после выступления Маргулана Калиевича это время для распаковки инсайтов. Бывает, себе что-то запишешь в телефон, потом летишь уже обратно и такой: «А, дошло, так вот что было». Или бывает, перечитываешь и снова как бы еще распаковывается это по-новому. Маргулан Калиевич, пожалуйста, на сцену. У нас для вас есть специальные, ну, во-первых, уважаемого гостя, для уважаемого гостя есть специальные подарки от наших партнеров. Кстати, друзья, компания Marine Health. Вы знаете, что Маргулан Калиевич амбассадор компании Marine Health? Круто же! Да. Здорово! Я хочу добавить, я с недавних пор стал официальным лицом компании Marine Health. Конечно, вначале я задавал очень много вопросов. Я до этого не брал рекламные контракты, не был ничьим лицом. Но так как я очень близок к Японии, я люблю Японию. В ноябре мы сейчас едем с большой группой в Японию тоже. Именно изучать кайдзен. Мне понравился подход компании Marine Health. Арман Тоскамбаев был у меня в группе наставничества. Я вам так скажу. Лидер – это не про рост. Лидер – это не про рост. Лидер – это не амбал. Вот Арман Тоскамбаев – яркий пример яркого лидера. Яркий пример яркого лидера. Это человек, который может вдохновлять, который видит перспективы, который может воодушевлять людей, достигать нереальных каких-то фантастических целей. И я считаю, вот яркий пример лидера. Спасибо вам большое, всей вашей компании. Я с удовольствием представляю вашу продукцию, потому что в ней не сомневаюсь. И сам буквально перед тем, как выйти на эту сцену, мне Армандал, я накапал в глаза какую-то жидкость японскую. И сразу начал видеть лица вас всех. Чудесно.
И по казахской традиции уважаемому гостю мы вручаем шалпан. А вручает Айсулу Кульсариева, сооснователь компании Marine Health, под ваши аплодисменты, друзья. Вот такой вот, кстати, необычный шалпан, смотрите. Красота. Я, когда был на баги-туре, и были три партнера с компанией Marine Health, и они очень много говорили про Айсулу, очень много говорили. Это десантник, который может поехать в любую страну, и через месяц-два там уже у нас филиал. Как это у вас получается? Вот надо ее послушать. Супер. Примеряете сразу, может? Да. Давайте. О! Да, так можно и выступать было, кстати. Кстати, я с недавних пор ношу только казахстанские обувь. Казахстанские ребята, компания Самгау, брюки Marine Amadi, и теперь чапан Marine Health и ваши бады. Спасибо! Супер! Друзья! Отлично! А теперь есть еще подарок. Марго Анатольевич, еще не все. У нас еще специальный подарок от часовой компании Oton Watches. Это мануфактура, казахская мануфактура тоже. Казахстанские часы с символикой, спасибо, с орнаментами, с трансляцией культурных как раз мотивов Казахстана. Вот. Казахстан. Прекрасно. Винтажный. Друзья, вручает Бекзида Сарсенбаева, директор часовой компании Oton Watches. Спасибо большое. Красивые часы. Красивые, очень красивые часы. Спасибо. Все. Отлично. Спасибо вам большое за выступление. И эти аплодисменты тоже очень главный подарок для вас. Спасибо.